If you create, если вы делаете пассы, you see that the person, вы видите, что человек is already in some way very, very abandoned. Он уже как бы it tends to increase. Он способствует усилению. The effect of letting go. Практически, как минимум, спонтанный кризис вызывается, без речи. Это движение вполне типичное, когда человек вот так реагирует. In some way she seems even to feel that. В любом случае чувствуется так, что она чувствовала поле. Поле. Может, это чувствовала? Вот, типа в прошедшем времени чувствовала. Она чувствует, когда рука ну да, в поле, наверное. This touch can increase crisis. Вот это прикосновение к шее сзади, оно помогает усилить кризис. Because you let go a little more. Потому что вы позволяете человеку отпустить себя еще немножко. The frontal lobe. Отпустить фронтальные доли. And you go a little more. И вы позволяете отпустить еще немножко. Now I will show you. Сейчас покажу вам. How to use it even with your clients? Как использовать это с вашими клиентами? To increase ecstatic state. Чтобы усилить экстатичное состояние. Because now we will do a specific exercise. Потому что сейчас мы будем делать специфическое упражнение. That will be very useful. Которое будет очень полезным. To work on somnambulism. Чтобы работать с сомнамбулизмом. And
I will explain you how to get the most results from somnambulism. Я вот объясню вам, как достичь наилучших результатов с сомнамбулизмом. Видите, она чувствует. She feels my presence. Она чувствует мое присутствие. She feels when we arrive to the point. Когда я вот к этой точке достигаю этой точки. She tends to go up. Она поднимается наверх. And she's somnambulist now. Она сейчас сомнамбула. Да, у нее закрыты глаза. Very responsive. Очень отзывчивая.